Уютный дом. 100 лет назад кухня в доме была скрыта от глаз гостей. Там работала прислуга, пахло продуктами и было жарко. Теперь это центр притяжения, где проводят вечер с компанией, учат уроки, заряжаются на день чашкой кофе. Там должно быть комфортно, спокойно, уютно. Какие сейчас тренды и как не испортить своими руками создаваемую красоту? Об этом мы говорим с руководителем лаборатории комфортной мебели «Новацию» Ольгой Новиковой. Чаще и чаще стали вопрос задавать по кухне-гостиной, чтобы она не выглядела кухней. Чтобы, например, можно было спрятать боковины, можно было все закрыть, и как будто это комната. Когда необходимо что-то приготовить, открываем фасады или двери, уже можно сказать, их раздвижные и задвижные в боковины. И у вас полноценная кухня. Сложные технические решения позволяют получить в доме еще одно пространство спокойствия. Никаких ножей, прихваток и блендеров перед глазами. Дерево или камень на фасадах создадут ощущение спокойствия дома. Ручки шкафам и ящикам теперь не нужны. Вместо них используют ручки-невидимки. Выемки на краях или скрытые механизмы, которые открываются от легкого касания. Квадратов плитки на стенах на современной кухне уже не увидишь. И привычных огромных плит с духовками. Есть круглые трехкомфорочные плиты, есть двухкомфорочные. Чайник, например, электрический, микроволновка. Есть еще дополнительно столько техники. Даже раковины пошли намного меньше. Раньше две чаши любили, еще крыло. А сейчас небольшая раковина и посудомоечная машина. Кажется, подумать нужно обо многом. Особенно сложно, если вы не следите за технологиями и дизайном. На самом деле, если вы работаете с профессионалами, они возьмут на себя гораздо больше забот, чем изготовление и установка мебели. Мы делаем план розеток, где прячем их. Надо ведь, например, розетку для посудомойки учесть, розетку для духового шкафа, для варочной панели. Первым делом спрашиваем, какую технику вы планируете закупить, какая будет встраиваемая, отдельно стоящая, а может вы оставите что-то из предыдущей техники, которая вас до сих пор радует и необходима. Но если вы не думали, мы за вас подумаем, мы не отказываемся. Мы вам даже поможем выбрать эту технику. Ремонт – это то, что мы делаем крайне редко, поэтому цена ошибки высока, жить с ней потом долго. И потому, что большинство из нас не имеет большого опыта в обустройстве пространств, самостоятельно лучше этим и не заниматься. Купили технику, с нами не посоветовались. Казалось, что будет лучше, что белая духовка, потому что белые фасады. А когда начали решать, что вот эта духовка могла бы встать в колонну, в белом цвете она туда не пойдет, потому что несочетаемость цвета с микроволновкой, она черная, например. Тут холодильник серебристый, и вот выкручиваемся мы как можем, предлагая разные варианты. Под конец еще один совет от Ольги Новиковой для тех, кто хочет с новой кухней получить только удобство, радость для глаза и удовольствие от времени, проведенного там. Когда проектируете кухню, не забудьте о подсветке, особенно если планируете повесить шкафы в верхнем ярусе, в потолок, как все любят. Они неизбежно могут перекрыть доступ света. Команда лаборатории «Новацию» готова консультировать, подсказывать и быть вашими единомышленниками. Подписывайтесь на «Новацию 43» во ВКонтакте и «Новацию Салон» в Телеграме. Возрастное ограничение 16+. Уютный дом.